она реально очень классная. Очень хороший человек, очень добрый, очень отзывчивый, всегда поможет. Легкая, женственная. За всей этой хрупкостью скрывается человек, который может коня на скаку остановить и в горячую избу войдет. Самое лучшее. Наше золото, наше солнышко. Уже на какой стадии? Паша, он такой заряжаемый, блин, пацан. Большой молодец. Достиг очень многого. Пошел за мечтой и за тем, что ты хочешь. Ань, Паша хороший человек. Поддержи его. Такой заряд жениха. И когда я увидела этих двух счастливых людей в халатах, которые валялись на траве под деревьями, я поняла, что у них все будет офигенно. Человек, которому нравится, как Паша танцует. Вы, ребят, несомненно достойны друг друга. У вас такой симбиоз, что вы когда вместе... Кукусики. Что за кукусики? Можешь романтично ко мне подойти? Поцеловать сюда, 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 сюда. Чтобы все на своих половинок всегда так смотрели. Я это говорю при всех этих людях, я этого не стесняюсь. Ты, правда, моя любовь. Я вот в восторге от этого. Я тебя очень люблю. Хорошо ли вы сейчас жили? Да. Хочется поздравить не вас, а ваших родителей. Спасибо вам огромное за таких чудесных, прекрасных детей. Вы должны по жизни стать друг другу друзьями, партнерами. Любовниками. Ваша свадьба – это определенная гора. Поэтому, ребят, с горой. И в жизни еще много будет рельефов. Но если вы будете держаться вместе, вы обязательно все преодолеете. Ань, ты будешь вдохновлять Пашу, а Паша будет добиваться всех-всех самых невообразимых вершин. Их истории
история началась не сегодня. Их история началась недавно. Именно мы, в хорошем смысле этого слова, виноваты в том, что эти два прекрасных человека познакомились. Аня работала с Ильей, с Пашей мы познакомились на шоу «Ночной контакт». И когда у нас закрутилась своя банда, свой коллектив, я пригласил его работать к нам. Паша, это было круто, когда мы проснулись в Геленджике, а ты уже на полпути в Сочи. Мы на завтраке не нашли Пашу, и Серега, и Савина говорят: Паша, слушайте, он ночью чуть-чуть выпил. И я говорю: я поеду к своей новой девушке. Узнал у нашего друга Сергея, как из Геленджика добраться в Сочи ночью. Он мне посоветовал, как все это сделать. Я приезжаю в Сочи, и ей это понравилось. С этого момента мы узнали, что была случайная встреча. На съемках, по-моему, шоу «Музлофт», по-моему, это был Кирилл Остапов. Ребята первый раз встретились. Вижу, что она всячески подает мне сигналы о том, что типа «подойди ко мне, познакомься со мной». Я такой: ну окей, ладно, так уж и быть. Он даже со стула упал из-за того, что он нервничал. И вот во что все это вылилось. Я болен тобою. Еще потом после этого мы узнали, что Паша просто охренеть какой романтик. Аня записывала мне голосовые сообщения, говорила: блин, Женя, он так классно ухаживает. Сколько было цветов, сколько было корзин со всякими сладостями, с киндер-сюрпризами. Заваливала ее просто романтиками всякими разными. Ты больше не пьешь никогда в мире, в жизни пиво. Чтобы Анечка была как за каменной стеной. Счастья семейного. Чтобы каждый день был насыщен новыми эмоциями. Тепла, солнца, нежности, красивых отношений. Счастья вам. И главное самое, берегите друг друга. Пусть это непременно сбывается. Такой любви, которая была у папы Кирилла и Паши. Мне кажется, вы можете больше. Дарим вам консультацию по криптовалютам. Вот. Понимаете, это видео может длиться бесконечно. Это видео закончится, когда Паша все-таки покажет Ане девочку. Либо когда Аня покажет Паше мальчика. Мне кажется, мы теперь все должны показать Паше девочку. Давайте. Вот сейчас, в этот момент. Да. Это видео закончится, когда Паша наконец определится, со скольких лет он болеет за «Зенит». Это видео закончится, когда Аня выпьет аж 2 бокала вина. Ты, правда, моя любовь. Я тебя очень... Thank you.
И вот это продолжение они уже будут сами придумывать, составлять, делать. И очень хочется, чтобы это продолжение превратилось в сериал длиною в жизнь.